Так, ну что ж, коротко и по сути. Немного монет есть, не буду лукавить. Поиграл я, все успешно просрал, но суть не в этом. За 2 дня, вчера не было записи, я хочу сказать следующее. BNB плюс 1%, это я еще пока не играл, вот сейчас немножко поиграю, там, ну, буквально немного есть. В общем, за двое суток BNB 1%, Solana плюс 2%, Doge, Tron и Litecoin, как было, так и осталось. 11%, 24% и 25%. То есть ничего не поменялось. Но, тем не менее, сейчас я вот в онлайне немножко поиграю. Играть буду вручную. Следующая запись, наверное, все-таки на автомате. Тоже, наверное, сделаю так, что суббота пробел, а в воскресенье я именно постараюсь вот конкретно накопить без всяких игр, там, без всего. То есть реально за 2 дня, включая партнерку, вот сколько я накоплю, все отыграю в автомате и запишу. То есть будет 6 платформ, и я в автомате все это отыграю. Сегодня отыграю вручную. Не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Начну с какой-нибудь такой ставки. Выставляю 29, обычно 33, ну пусть будет 33. Так, что-то есть. Что-то есть, поменяю. Минус, удвоим. Минус, удвоим. Минус. Вот это да. Вот это да. Вот классно поймал. Слушайте, ну блин, четко отыграл вообще по полной программе. Ладно, короче, бывает и такое, видите. То есть даже если вручную играешь, даже если меняешь, короче, изменений нет по BNB. А, все по-старому. Хорошо. В этот раз начну. Сразу полярность меняю. Солана с 8 начну. Так, есть плюс, есть плюс, есть плюс. Поменяю сторону. Плюс. Еще раз поменяю. Плюс. Еще раз поменяю. И сейчас менять не буду. Ну что ж такое? Как будто бы. Вот смотрите, как она мне поймала четко, да? 98. Ладно, на всю котлету. Полярность меняю. И на всю котлету. Закончили упражнение, да, называется. Сменю полярности на всю. Не хочет отпускать. 222. Блин, так и знал, что сейчас в минус вывалит. Ладно, все, закончили, я так понял. Хорошо. Прям чуйка вот срабатывает, когда уже выкинет. А так, лайтпик, лайтпик. Ну, начнем. Давайте с 4 начнем. Вот так вот прям. Плюс, меняем. Минус, минус. Плюс полярность. Плюс 29. 22.30. Ладно, всю котлету и заканчиваем на этом. Да, заканчиваем на этом. Чуйка есть. Все работает хорошо. Доги, блин. Вот это вот сразу на всю котлету. Вот просто не хочется даже в него заморачиваться. Вот просто не хочу. Вот в доги мне абсолютно почему-то не везет. Понятно, короче. А, не, еще есть, да? Еще что-то есть. Ну вот, собственно, и все. Да что ж такое? Ну, это вообще не хочет выкидывать. Ни в какую. Вот сейчас на всю котлету и нет. Вот сейчас, наверное, все. Да. Все, доги закончилось. Ну, здесь 11 как было, так и остается. Как бы мало приходит, и поэтому так скудно двигается. То есть 11 в остатке. Хорошо. Трон. Не знаю, что по трону сейчас.
Ой, произойдет. Ну, посмотрим. Не знаю, вот так начнем. Сразу минус. Сразу минус, минус, минус. Ясно. Так, и закончили упражнение. Отлично. Так, следующий у нас Light King. На Light King попробуем немножечко 18-150 на счету. Давайте на всю котлету. Ну вот, собственно, и все. Короче, вот так вот как-то все это выглядит. Без стратегии, без ничего вручную. Вот, как я говорил, субботы не будет, а вот в воскресенье постараюсь накопить и на автомате поставить. Вот на автомате гораздо интереснее все это выглядит, то есть там как бы повеселее. Конечно же, реальными деньгами прокачивать все это легче, проще, как бы, если вдруг у кого-то есть возможность, пожалуйста. Стремимся мы здесь к пассивному заработку, выглядит он примерно вот так вот, да, по уровням, то есть сейчас я на уровне бронза, следующий сильвер. Вот, двигаюсь к мастеру. Один лайткоин в час. Это, конечно, бомбейская тема. Все 6 проектов ведут пассивному заработку. Да, все это долго. Уже 3 месяца я колбашу. Все, кто следят за проектами, прекрасно видят, как я это делаю, да, как все это выглядит, видят, что в процессе того, как я двигаюсь, есть какие-то выводы, да, минимальные, да, немного, там, порядка $100 в месяц, не так уж это и много, скажу, но, тем не менее, все эти уровни, они же сохраняются, никуда не деваются, то есть, заходите периодически, играйте, и вы двигаетесь, двигаетесь, никто у вас этого не отнимет, это является реально пассивным заработком, тем более, большинство монет на сегодняшний день растут. Солана уже практически из $20 выросла до 30. А кто помнит, ее цена была и до $400. Поэтому пассивный заработок здесь присутствует. Пожалуйста, присоединяйтесь. У вас есть вопросы, задавайте. Всем своим партнерам делаю сайт, как я говорил. Так что обращайтесь. Те, кто у меня в партнерке находится, без проблем абсолютно. Есть вероятность, что на следующей неделе запилю стрим онлайн. Все это сделаю. Думаю, будет интересно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем хорошего вечера, а точнее спокойной ночи. Всем пока.